Как идет строительство новых парков и скверов в Химках, проверил первый заместитель главы городского округа Дмитрий Кайгородов. Стартовой точкой объезда стал мегапарк. Сегодня здесь сделана большая часть работ. Рядом с торговым центром появились спортивные детские площадки, футбольное поле, силовые тренажеры, дорожки для бега и зона для занятий йогой. Площадка больше 9000 квадратных метров. Мегапарк в этом сезоне попал в проект именных парков и скверов, которые реализуют предприниматели Химок вместе с администрацией города. Округа. Такая практика создания новых зон отдыха существует уже не первый год. В прошлом году у нас было 6 именных скверов, и нужно отметить, что эта практика вот муниципальная, она высоко была оценена на федеральном уровне и признана одной из лучших практик муниципалитетов. Площадка доступна не только для посетителей торгового центра, вход свободный для всех жителей. К тому же она трансформируется под время года, зимой здесь откроют каток. Как вы знаете, все наши торговые центры открывались с катками внутри. Но со временем эти пространства превратились в огромные большие фудкорты, которые мы называем вкусными бульварами. И мы решили, что каток надо перенести все равно на улицу, потому что люди просили нас открыть его снова. Представители администрации осмотрели скверы и парки в старых и новых Химках. Так, например, здесь, в Новогорске, на улице Соколовская, благоустраивают зеленую зону для местных жителей. Всего за 5 лет в рамках реализации программы губернатора Московской области в Химках были созданы и реконструированы 24 зоны отдыха, парки и скверы во всех микрорайонах, а также набережные вблизи канала имени Москвы и Бутаковского залива.